Дорогие друзья, у вас сегодня прекрасный шанс ближе познакомиться с семьей президента Ассоциации христианских церквей, с замечательной действительно парой наших старых друзей Дмитрия и Анны Поляковых. И сегодня мы узнаем те тайны, те секреты, те истории их жизни, которые обычно сокрыты от наших глаз. Но я очень сильно надеюсь и ожидаю, что эти истории станут для вас интересными и откроют вам еще одну сторону жизни, которой вы можете поделиться с вашими детьми, друзьями, знакомыми, и извлечете полезное для себя. Ну, на самом деле мы встретились незадолго до того, как мы встретились с Богом. Белые ночи, Санкт-Петербург. Прекрасная погода, замечательная, очень романтическое настроение, естественно, прекраснейший город. И плюс еще билеты на королевский балет. Ковент Гарден лондонский приехал в наш Кировский театр тогда. И, в общем-то, у нас было очень много общих знакомых. Анечка мне очень понравилась, но, естественно, когда молодым людям сразу даю совет, когда вам нравится какая-то девушка, я знаю, с какими страхами это сопряжено. Вы всегда комплексуете и боитесь, что вдруг вас она отвергнет. Не бойтесь, дорогие. Не отвергнет. Ну, это не больнее, чем к зубному ходить, честно. Но вот все равно очень часто многие не решаются и колотятся, и трясутся. Просто нужно быть открытым человеком, самим собой, и учиться не скрывать свои чувства. Потому что мужчин учат эти все чувства, кроме гнева, подавлять с детства, извините, так нас воспитывали. Вот. А проявлять любовь, уважение, какие-то вот заботу, нежность, это то, что нужно женщине. Поэтому вооружитесь этими качествами, это совет, сразу. И в Диме эти качества просто стали просыпаться со страшной силой. Я уверен, что это была благодать Божья, потому что, честно говоря, я навыками этими еще тогда не обладал, но положительное еще очень качество, что учиться. Если вы готовы меняться, то надежда есть. И, в общем-то, я часто задавался вопросом тогда, как же она, чем же она так прогневала Бога, что, в общем-то, вдруг выбрала меня. За какие такие свои грехи? Ну, это шутка, я надеюсь. Могу рассказать. Да, потому что я не соответствовал ее представлению о принце Налёка. Дима, Дмитрий, значит, встретил Аню в общем кругу знакомых. Он пригласил ее на балет, на такое прекрасное шоу. И что, там последовало предложение руки и сердца? Нет, это еще очень медленно все развивалось тогда. Ну, пробуждались эти дивные чувства. А потом все-таки, Дмитрий, вот на каком основании вы поняли, что это она? Просто потому что так почувствовали, или все-таки какие-то были выводы такие, что вот да, она добрая, она сможет смириться со мной или что-то еще? Знаете, честно говоря, калькуляции я не делал. Угу. Потому что, я, наверное, такого склада человек, с математикой мне всегда плохо. Вот за, против, взвешивать это. В большей степени такая импульсивность как-то творческая такая присутствовала. Угу. Поэтому, наверное, мне трудно проанализировать, но это сразу совокупность каких-то ощущений. То, да, это она. Это она. Да. Все, попал. Угу. Теперь Анечка. Теперь я. Пожалуйста. Ну, я могу сказать, что когда я росла, у меня было больше друзей мальчишек, нежели девчонок, потому что у меня два брата старших. И у меня не было какой-то критерии для моего, так сказать, принца на белом коне, у меня наоборот было, каким он не должен быть. И это было три качества. Кудрявый, блондин и в очках. И вот эти три качества, они как бы я просто их не видела. Вот, ну, как бы, вот парни с этими качествами, они как бы для меня не существовали. И когда я уже была в Санкт-Петербурге, в Ленинграде тогда, и работала вот в реставраторе, вдруг прошел слух такой, что возвращается из армии некий Дмитрий, который играет на гитаре и поет Битлз. И я, не видя его, услыша только про него, вдруг почувствовала у себя в сердце какое-то очень теплое чувство, которого я не испытывала вообще никогда. И это чувство, оно меня заинтриговало, потому что я не понимала, откуда оно. Я не знаю его, я его не видела, только услышала.
И мне было интересно узнать. Мое любопытство, оно подзадорилось этим как бы моментом. И была оказия такая. Меня пригласили на свадьбу, где был Дмитрий. И я там его увидела. И он действительно пел Битлз, играл на гитаре. И вы знаете, когда я его увидела, почему-то вот эти три мои критерии, они... Почему-то я их не увидела в нем, хотя он был блондин, кудрявый и в очках. Может, сейчас он не такой. Временная слепота. Но я верю, что это действительно был промысел Божий. И я бы посоветовала, наверное, всем, кто хочет вообще иметь и найти своего избранника в жизни, то именно слышать сердце, потому что оно как раз-таки вот не обманет, потому что наши чувства, они иногда могут проявиться, могут исчезнуть, но когда наши чувства, соответственно, вместе идут с сердцем, вот тогда это действительно очень, очень большой дар. И я могу сказать, что когда мы уже дружили с Дмитрием и общались в одной компании, и такое ощущение, что Бог просто вот поставил нас рядом, хотя мы еще не знали Бога в тот момент. Мы познакомились в 85-м, в 86-м мы узнали Бога, и в 87-м поженились. То есть было все так быстро, молниеносно, но в то же время какие-то правильные вещи Бог именно как бы через сердце все выстраивал и выравнивал. Потому что, живя в семье, где были разводы, и все друзья, у которых родители были в разводах, то есть ты автоматически думаешь, а зачем вообще создавать семью? И моя позиция до знакомства, я бы сказала, с Дмитрием и с Богом, была такова, что я не буду выходить замуж. Но Бог, Он действительно меняет сердца, и я могу сказать, что это самая главная перемена в моей жизни. Когда Он пришел, то Он изменил мое понимание жизни на свое. И вот основание семьи, я считаю, что это самое главное основание, и только Бог может дать правильное основание для этого. Ну, а вот я правильно понимаю, то есть в 85-м вы встретились, а в 86-м вы уверовали. И, получается, поженились вы уже молодыми христианами, да? Да. Из всего я поняла, что вы почувствовали такое родство душ, получается, что вам, в принципе, было интересно друг с другом, что вам было уютно друг с другом. Не знаю, были ли у вас ссоры там до свадьбы или нет? Были? Ну, конечно. Я бы не сказал, что это ссоры. Мы никогда, в общем-то, не спортивность такого, значит, конфликта, мы особо не заинтересованы были в этом, потому что мы насмотрелись в наших семьях там конфликтов, конфронтаций, и, в общем-то, это так, ну, и старались этого избегать. Другой момент, что были разногласия такие достаточно серьезные, которые касались наших взаимопониманий. Потому что Аня предпочитала молчать всегда, знаете, ну и так, в общем, посылать такой сигнал. Да. И, естественно, да, да, милый мой хороший, догадайся сам, а извините, у мужчины вот такой вот, ну, скажем так, воображение, вот такое абстрактное такое мышление, оно не очень развито. И они, ну, и как будто очень, без рук, да? Да, то это как будто вслепую рук, стрелять куда-то. Да, и, пожалуйста, кушай. Поэтому здесь нужно помочь друг другу, в общем-то, увидеть какие-то вещи. Это тут... очень важно, на самом деле. Вот я считаю, что вот я рада, что поднялась эта тема, потому что то, что я вижу, есть в англосаксонской культуре, да, например, в европейской, то есть молодые люди разговаривают обо всем. А вот в нашей постсоветской культуре, где были плакаты везде «Болтун, находка для шпиона», люди молчали, сцепив зубы, и, в общем-то, где-то так вот интуитивно мы женились. И потом уже вдруг, поженившись, ты узнаешь, ой, а что это за человек рядом с тобой? А оказывается, он что-то думает иначе. Я бы хотела сказать, что очень важно вот принять другого человека таким, какой он есть. Не мечтать о том, что ты его изменишь или он изменится. Нет, вот принять как есть и менять себя. Если он тебя устраивает таким, вот, какой? Даже если не устраивает, все равно принять. Я могу сказать просто... Нет, я имею в виду, если жениться, принимать, то нужно, но если ты судьбу соединяешь, то тогда, как бы, если тебя что-то не устраивает, прям так, чтобы прям не устраивает, то не надо тогда делать такое. Наверное, самый основной критерий все-таки – это готовность меняться. Потому что в одностороннем порядке изменить невозможно ничего. То есть здесь, если оба готовы меняться, двигаться вместе, то надежда есть всегда.
это вот, вот это самое основное. Потому что правильных не существует. Вот единственных в мире не существует. Ими становятся в процессе вот этого совместного движения, преодоления каких-то вещей вместе. Но я бы сказала, что принять, для того, чтобы принять, нужно понять. А чтобы понять, нужно слышать и услышать. И только вот таким образом действительно можно двигаться куда-то вперед. Потому что и нельзя молчать самому. То есть вот здесь как бы очень обоюдный такой диалог должен быть. Открывать свое сердце и слышать сердце другого. И не всегда у нас хватает терпения на то, чтобы выслушать. Мы как бы вот хотим такими общаться иногда тезисами, что вот сделай то, пойди туда, но это не работает. Да. Наоборот, очень важно, вот как бы, чего бы ты хотел задавать вопросы. И приведу смешной такой пример. Ну, и так как я росла в семье, где у меня там мужчины все такие были с руками, все могли построить, все могли сделать, а Дмитрий, он музыкант, он играет на гитаре. И я помню, когда мы жили еще в коммуналке, я мою посуду или стираю белье, а он не играет на гитаре. И я, для меня это было как перелом мышления, но потом я поняла, ну это его дар. И какой это вообще, какая-то романтика стирать белье под гитару. Но... Любимая, я подарю тебе эту звезду. И действительно, вот, ну как бы ценить то, что уже есть в твоем муже или в твоей жене, именно вот то драгоценное, что Бог уже дал, и не стараться как-то навязать то, что ты бы хотел или хотела, чтобы было в нем. И в этом есть огромное уважение, проявление как раз уважения, то есть ценить то, что вот тебе досталось. А Дмитрий говорит, но при этом стараться идти все равно навстречу друг другу, чтобы больше соответствовать, правильно? Конечно, но еще вот важный комментарий. Вот поначалу у Ани был некий образ, да? Не, вернее, такой апофатический такой образ. Не кудрявый, не в очках, значит, не блондин, да. То есть отрицание такое. Но все это касалось внешнего чего-то. И я рад, что Господь закрыл глаза на это время, потому что. Если вы, в общем-то, видите человека как только нечто внешнее, ну, то есть согласитесь, что этого недостаточно. Если внешнее это вам нравится или не нравится, это вовсе не показатель того, что это, ну, человек не сможет стать вашим избранником или избранницей. Да, поэтому нужно безусловно, общаться, чтобы понять таланты, устремления, внутренние качества. И именно вот это вот основание уже тогда, ценности, какие есть у человека, к чему он стремится. Совпадает ли это с картиной ваших ожиданий, наверное, будущего? И тогда уже можно действительно делать какие-то выводы. И мы хотим озвучить наш второй вопрос. Нам интересно услышать историю, как вы встретили Бога, как вы приняли судьбоносное решение, почему вы это сделали, что изменилось после этого? Ну, в общем-то, эта история детективная, захватывающая. Однажды, было несколько попыток, но однажды она будет записана, зафиксирована, потому что, в общем-то, предыстория этого всего поиска, она началась давно еще, в художественной школе, когда мы занимались. В общем-то, ну, живопись, она... всегда еще со школы, в общем-то, любое изобразительное искусство, оно меня очень касалось, мне очень нравилось. Это одно из самых таких, одно из ранних воспоминаний детства, это школа была, по-моему, это был первый класс, когда мы были в Русском музее, и так получилось, что я отбился от группы и оказался в зале с огромным вот этим произведением Бруни «Медный змей». И она, ну, занимает всю стену, а я еще маленький мальчик, и мне... У меня было совершенно невероятное переживание. Мне показалось, что я реально нахожусь там, на этой картине. Буквально она ожила, я увидел этих змей, люди в ужасе кричащие, когда описывался этот эпизод, когда змеи начали жалить израильтян, и Моисей поднял на шесте медного змея, сделал, и всякий, кто на него посмотрит, исцелялся. Бог не убрал змей, но он отдал возможность людям найти выбрать, спасение. Куда смотреть, куда туда. Мощнейший ветхозаветный образ, действительно, спасение через Иисуса Христа. Вот, и я помню, как я в ужасе сбежал оттуда.
Причем я помнил, очень хорошо запомнил, что, я понимаю, единственное, что мне нужно делать, это смотреть на этого змея. Я даже не представлял тогда. Это вот действительно было как некое прикосновение неба, потому что я не знал вообще истории, я не представлял, о чем это речь. Я только испытал дикий ужас и понял, что единственное спасение, это вот если я буду смотреть на него, на этого змея. И все. Вот с этого началось все. Но я понял, что живопись, она как-то особенно, вот изобразительное искусство находит отклик в моем сердце, вот как-то взаимодействует, резонирует. Естественно, я занимался, в общем-то, в художественной школе, потом занимались как раз с Игорем Юрьевичем, мы вместе учились реставрации, в общем-то, такая была среда достаточно художественная, артистическая. Да. И естественный вопрос, причем Анечка же тоже реставратор, она позолочится, и, в общем-то, так или иначе, причем ее брат учился на год старше нас, нам же. И естественно, мы задавались вопросом, почему огромное количество вот этих сюжетов, они посвящены именно этой теме. Это раз. Во-вторых, эти люди, которые жили веками, может быть, разделены чисто исторически, территориально, разделены государственными границами, различными эпохами, языками, и все равно их объединяет нечто. Сюжет, да. То есть, особенно любовь и посвящение вот этой теме. Причем тут же нам говорили, что это... Теме Бога и человека, да? Ну да. Ну, библейские сюжеты, они, в общем-то, доминируют. Там, наверное, 80% произведений в Эрмитаже, они этому посвящены. Причем нам все рассказывали про эту композицию, там, материал, цвет, то, другое, третье. Ничего про содержание. Да. Я прекрасно понимаю, да. И, в общем-то, в этом возрасте неизбежно ты задаешься вопросом, а почему? Мы восхищаемся ими как художниками, гениальными. Мы изучаем их творчество, но ничего не знаем о их жизни и о их посвящении этой теме. И это было прикосновение такие. Вот видно, благодать Божия начинала какой-то труд. И что произошло? И, в общем-то, вот в таком состоянии прошло несколько лет до одного... Это был ноябрь месяц, 9 ноября. Недавно мы восстановили дату. 9 ноября я брел по стрелке Васильевского острова, месил наш ранний снег ноябрьский, смешанный с грязью, смотрел куда-то, просто гулял. И вдруг я увидел желтые ботинки, желтые сапоги, ковбойские это были, поднял глаза, и точно я увидел вот такое круглое лицо, вот того самого, кем нас пугали, это, скорее всего, вот этот был представитель капиталистического мира, который хотят пожрать нашу нежную советскую идею социализма. Значит, я не говорил по-английски, кроме там «My name is Дмитрий Поляков» или «Ленинград», «Полтавская стрель». Он не говорил по-русски ничего, он улыбался мне, я попытался улыбнуться в ответ, не получилось, лицевые мышцы не были развиты так. Ну и, в общем-то, меньше минуты это длилось, наверное, их загрузили в автобус и увезли. И я так, в общем-то, вздохнул с облегчением, потому что это могло быть проблемой в те времена. Потом я был спустя несколько часов в Исаакиевском соборе, там работал один из наших друзей тоже, и я его навестил, и первый, с кем я столкнулся, войдя в собор, это был вот тот же самый человек в желтых ботинках. Третий раз, мы уже тогда, встретившись, удивились, потому что такое нечасто происходит, 5-миллионный город, в общем-то. И я понял, что он говорил про гостиницу «Ленинград», видимо, говорил, что он там жил, показывал на Вознесение Иисуса Христа вот эту мозаику, то есть сделанную под брюловским эскизом. Значит, я понял, что он что-то знает об этом. В общем, не знаю как, но мы договорились о встрече. И мы тогда с Игорем пришли, потому что я знал, что я знаю пару слов по-английски, он знает пару слов в складчину, мы как-нибудь там поговорим. Получилось так, что мы ждали их полчаса где-то, никто не пришел, и мы подумали, мы двинулись к метро. И к метро мы двинулись и столкнулись с еще одним нашим другом, который позвал нас к себе домой, он жил прямо напротив гостиницы. То есть мы пересекали этот мост час спустя, столкнулись с ними опять. В общем, три раза получилось. Три раза мы столкнулись с ними,
в один день в разных частях города. И, в общем-то, ну, для меня тогда это было достаточным знамением, что это не случайность. Причем, ну, по-английски-то мы не говорили толком. Они не говорили по-русски. У них был молодой человек, который был из, вот, из семьи иммигрантов, иммигрантов в третьем поколении, он родившийся в Америке, но они сохранили русский язык, он переводил. Хотя, собственно, мне, я не могу сейчас даже вспомнить, о чем он говорил, потому что мне было достаточно вот именно того, знамения, что эти... Просто отношение было, что нам делать, мужи, братья? Вот как пришли к ученикам Христовым, то есть, и вот я помню, мы тогда помолились. Они повели нас в молитве, мы помолились. И все, на следующий день они уехали и оставили вот маленький Новый Завет гедеоновский на английском языке, оранжевого цвета такого апельсинового. И вот, ну, что, в общем-то, другой Библии не было, пришлось найти самый большой словарь. И вот со словарем потихоньку начать читать и разбирать. И живопись тут сыграла очень важную роль, потому что как только какие-то сюжеты начали оформляться, вот, точно ты вспоминаю, что есть сюжет на эту тему. И так что Библия в картинках уже была наготове. Вот так это и началось все. И началось с маленькой группы, которая потом стала, ну, а превратилась в несколько... Вы пережили обновление или нет? Не помните, да это невероятное было состояние, невероятное, потому что все сразу изменилось, как будто абсолютно. После все. Молитвы именно или когда стали читать Библию? Ну, трудно сказать, но вот это был поворотный момент. Я знаю, что веха, я могу начать отсчет оттуда, потому что потом было разное. Ну, были тоже сомнения, искушения, непонятно. Потому что когда начинаешь читать первая глава Евангелия от Матфея, ищешь эти слова в словаре, там их нет, понимаешь, что это имена, все это перечисление людей, имен людей, которых ты не представляешь, кто они, не привязать их ни к какой истории. И, в общем-то, конечно, искушение было все забросить, думаю, что ерунда какая-то. Но потом, как только вдруг начинаются какие-то события, которые ты вдруг можешь соотнести с какими-то произведениями, то есть тут уже начинало оживать. А потом мы собирались вместе, рассказывали друг другу, пересказывали. Кто-то вспоминал, что кому-то бабушка это рассказывала. То есть вот собирали по кусочкам, по крупицам вот эти картины. Вот есть очень хороший был эпизод. Мы встречались, мы общались. Мы все время вот этим жили, пережевывали, пытались постичь что-то новое, практиковали какие-то вещи, которые вдруг, ну, открывались нам в Писании. Я помню эпизод. Эпизод, мы стоим у метро, технологический институт, час пик, значит, сразу, ну, после нашей встречи, мы стоим, небольшая группа ребят, толпа народу, сотни человек, ну, давка такая, и вдруг подходит к нам слегка подвыпивший дяденька такой и говорит: ну что, ребята, кого мне убить, скажите? Мы говорим: подожди, ну, давай поподробнее, что, а почему ты такой вопрос задаешь? И он начинает рассказывать свою историю. Именно нам, никому. Ну, то есть, вот почему-то он выбирает нас, он рассказывает нам историю о том, что он только что вот отсидел, он выпустился, 9 лет отсидел за двойное убийство, там какая-то драка была, там настройки и так далее. Двое человек в результате этого погибло. Жена с ним развелась, пока он был в заключении. Мать умерла за месяц до его возвращения. И он в отчаянии опять. 9 лет прошло, он вернулся, никого нет. Жена воля, да. И, в общем-то, в тюрьме там, по крайней мере, привычно и понятно все. И вот он подходит к нам. И мы там же, прямо там же у метро, за него молимся. Значит, я не помню даже, какие наставления даем, ну, то есть, но мы его просто взяли, и человек там рыдал, он встал на колени прямо в час пику у метро, технологический институт. Мы его привели домой, накормили, то есть как-то позаботились, дали возможность переночевать, прийти в себя. Потом он поехал к себе в пригород. Я не помню, в каком-то из пригородных, где домик матери был, поселков, он поехал туда. Через неделю звонит, его взяли на работу в зверосовхоз там по месту. Счастливый, радостный такой. И вот понимаешь, что, ну вот хорошо. Случайность, да, но почему он подошел именно к нам? То есть вот благодать Божья, рука Божья была на этих событиях, и это было невозможно, ну, можно было, конечно, отрицать, все можно, но это для нас было настолько очевидно. Слава Богу. Я так понимаю, что мы на третий вопрос уже не сможем ответить. Наверное, ответим его в рамках
следующей программы. А сейчас, Анюта, если ты сможешь, буквально за 3-4 минуты. 3-4 минуты, хорошо. Ну, мое обращение к Богу, вернее, моя подготовка моего сердца к принятию Бога, оно было в 83-м году, когда я приехала в Ленинград, бросив институт в Беларуси, мне было 17 лет, и я пыталась устроиться на работу, я почему-то приехала зимой, так мне вдруг захотелось. И, конечно, мама моя плакала, рыдала, но я приехала вообще в никуда. У меня не было ни работы, ни жилья, и я не понимала, зачем я вообще сюда приехала. И я полгода ходила и искала работу, но мне нельзя было найти работу, потому что у меня не было прописки. И вот кто жил в Советском Союзе, знает, что такое лимитная прописка. Это единственная возможность где-то устроиться на работу, когда тебе дают жилье. Но в январе никто его не дает, его дают в сентябре или осенью. И я так ходила до весны и до лета. Я жила как бы у друзей, в Петербурге, в Ленинграде тогда жил мой брат, он только что женился, но я у него долго не могла быть. Поэтому каким-то образом я существовала, чем-то питалась, у кого-то жила. Вот. Но на улице ни на разу не ночевала. И мне пришла гениальная мысль, что я поступлю в институт, когда уже вот будет прием документов, и все устрою, потому что родителям я врала, что у меня все хорошо, я писала письма. И когда я принесла свои документы в институт технологический, хотела на архитектора поступать, мне сказали: девушка, а где ваш стаж? Полгода должно быть, как минимум, вы вот полгода учились, а где еще полгода? Я говорю, я хотела работать, но мне не дали. Они говорят: извините, мы не можем взять ваши документы. И вот этот момент я поняла, что все, домой я не могу поехать, потому что я обрезала концы. Мама знает, что у меня все хорошо. Ни один человек на земле мне не может помочь. В общем-то, мне, как говорится, деваться некуда. И я помню, я стояла вот на мостике перед церковью Спас на Крови, на канале Грибоедова. И вы, кто был в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, знают, что это очень такое место, где народ постоянно ходит туда-сюда, и там нету вообще минуты покоя. И когда я стояла на этом мостике и смотрела в небо и на воду, мне казалось, что я вообще одна стою. То есть весь мир как бы выключился. Ни шума, ни людей. И я совершенно одна, одинешенька. И думаю, так, мне либо туда, либо туда. Но думаю, нет, в воду я не прыгну, потому что если меня выловят, мой труп будет некрасив. Эстетика победила. И тогда я обратилась в небо с такой молитвой. Сказала: Господь, если ты есть, то ты дашь мне к моему дню рождения работу и прописку. И когда я это сказала, вдруг все включилось. Хотя я сказала это без любви, а наоборот с огорчением и, можно сказать, с ненавистью в сердце. И вдруг как будто бы мир опять включился, и мне стало вдруг хорошо и радостно, и я не поняла почему. Потому что на тот момент я Бога вот совершенно не знала, что Он живой и действенный. И я побежала к своему брату, сказала: к моему дню рождения мне дадут работу и прописку. А мое день рождения 1 сентября, это был где-то август месяц. И чтобы укоротить всю эту историю, когда я получила паспорт с лимитной пропиской, меня взяли на работу в реставратор учеником маляра. Ниже должности не существует. Там стоял штамп 1 сентября 1983 года. Я соотнесла, что это стечение обстоятельств, и только в 3 года спустя я поблагодарила Бога, что это действительно Его рука вела меня и хранила меня все это время. И когда я уже работала в реставраторе, вот как раз именно вот этот же вопрос, который озвучил Дмитрий, что почему все художники всех вообще веков посвящали свой талант одним и тем же сюжетом. Я не могла понять, для чего рисовать одну и ту же женщину, кормящую ребенка. То есть очень простой вопрос. Думаю, почему? Зачем? Это же, в общем-то, интимный момент, можно так сказать. Но когда действительно просто простая истина вошла в сердце, что Иисус – это Сын Бога, и Ему посвящаются все таланты, все абсолютно, то тогда все стало на свои места, как будто вот приоритеты выстроились, иерархия выстроилась, и ты понял, что Бог над тобою, и потом как бы все остальное. И поэтому я, когда вот уже эта истина пришла ко мне в 86-м году, через моего будущего, можно сказать, мужа на тот момент, то это было просто выстраивание вот всех моих ожиданий, и картина мира выстроилась мгновенно.
И поэтому я считаю, что вот без Бога очень трудно выстроить свою картину мира или какое-то мировоззрение. А когда Он приходит, то Он помогает это все создать. Действительно, ключи, да? У тебя вот ключи и слова вечной жизни. Вот. Просто вот получить и уже действительно их не отдать, потому что как без них? Спасибо большое за интересный рассказ, интересную историю. Они разные, так же, как и вы, каждая личность. Но Бог делает больше из двух, делает даже не двоих же, а делает четыре больше. И слава Богу за то, что вы действительно приносите столько плодов и измененных жизней, и делитесь любовью, ободрением являетесь для сотен, для тысяч людей. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо за искренность. И, дорогие, следите за этим проектом, не только три сложных вопроса, но и жизнь призвания.